дыхание не слышим, движения никакого не видим, считаем, что дыхания нет. Ну, наличие сознания понятно, если он у нас лежит, не реагирует, мы уже вытаскиваем. Есть ли другие случаи, да, несчастный случай где-то на улице, ДТП, наличие сознания, просто определяем, подошли, человека за плечо потрясли, задали два вопроса. Что случилось, нужна ли помощь? Если реакции нет никакой, считаем, что человек без сознания. Не тяни, а тут подтягивай. Чё, тянем? Подтягивай чуть-чуть, она видит, что у тебя на этот путь в течение. Я вижу, да. Чуть-чуть. Сейчас до узла дойдем.